Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Battlefield 5. Вторая миссия. Рюкан, Норвегия. Весна 1943 год. Для укрепления Северного фронта и контроля над 3-миллионным населением Норвегии Германия направляет в эту страну 400 тысяч солдат Вертмаха. Скалистое норвежское побережье усеивают порты Кристмарине и аэродромы Люфтваффе. Население находится под строгим надзором тайной государственной полиции. Отменены гражданские права. Исчезли люди. Оккупация затронула судьбы всех жителей страны. Но война еще не окончена. Ну, сейчас окончим. Что ж. Будем оканчивать ее потихонечку здесь. Одну войну за другой. Потихонечку. Помаленечку. Так. Что это? Какие-то пятна зеленые. Трупные. Что это? Так, из тюрьмы-то нас уже достали. Все хорошо. Сейчас что не так? А, так это база. Понятно. Куда нас занесло-то на этот раз? Опаньки. А потушеньки. Тише, тише, не клинь давай. Вот так, мы поняли, что капает вода, какой-то это замок, хрен знает где. Аврора. Ну хрен знает где, крепость какая-то. Мне что, штурмовать? Господи, ничего себе. А людей-то сколько? И это только ворота. Ну расскажи. Можно рассказать тебе один секрет? Давай. Я всегда считал вашу страну очень красивой, но жутковатой. Все, теперь это уже не секрет. Когда я приехал сюда еще ребенком, мне рассказывали истории о разных тварях и чудовищах, что живут в лесу. Мои дети все еще в Германии. Я ужасно скучаю по семье. Но я снова здесь. Охочусь за этими лесными тварями. Это сам как тварь уже. Лесная. 3 дня назад отряд британских командос принял попытку штурма, заручившись помощью одного из здешних. Но операция провалилась. Мы их перебили и поймали. И тебя. Мы знаем, что там остался еще кто-то. Вау, ничего себе. Просто скажи мне, кто это? История о страшных чудовищах, что живут в норвежских лесах, бесчисленное множество, лейтенант. Но вам нужно бояться не тех, кто бродит по лесам. Вы не были тут уже очень давно, верно? Знаете, чем занимается эта фабрика? Что здесь производят? Такие подробности меня не интересуют. Мне нужно лишь знать, остались ли там еще солдаты. Так вы не знаете или не хотите знать? Оу, рекомендую тебе все мне рассказать. Иначе тебя отправят в Германию. Где допросы будут гораздо менее приятными. Ой, сейчас приятные допросы будут? Да какая она с набитым ртом-то будет разговаривать? Вода на этой фабрике не просто важна для успеха в войне, лейтенант. Ваши люди создают настоящего монстра прямо здесь, в этом здании, понимаете? Ты понимаешь меня, тварь? Кто-то должен их остановить. Вот увидите. Так, что это у вас? Вот.
Ну так. Это нам понятно. Осталось узнать, кто этот зверь. Я, что ли? Тихо. Найдите пропавшего бойца. Да подожди, почему ты так? Так. Управление ускорением. Какое нахрен ускорение? Тихо. Блин, тут мышь. Блин. Не, ну так-то весело, конечно. Если бы еще только знать бы, куда тут ехать. Тут дороги-то нету. Ни указателя. Ну, примерно. Господи, по скалам, по бревнам. Какие нахрен ускорения? Доехал живой, на том спасибо. Ну, вроде правильно я еду. Давай. Такое вообще можно? Ой. Так. Что мы тут видим? Два немца. Кто там? Есть кто-нибудь? А у меня что есть? У меня что, ни хрена, только винтовочка. А я откуда прыгнул-то? А, я вон оттуда прыгнул, смотрите. И ни хрена себе не сломал. Блин, покуда вот? По воде? Нет, надо потуда вот все-таки. Вот немножко вот так в обход взять. Где вы? Где я вас видел? Вон они. Ein и zwein. Присесть. Хоть показали бы, как я виден, не виден, когда в таких кустах. Давайте-ка. На. Где ты? Ой-ой-ой. Так. Взяли. Ни хрена не видно. Что ты тут копал вообще? Так, теперь у меня вот. Ой-ой-ой. Машинка есть. Ты хвострое там. Так. Ну еще вот этот козлина. Вам можно подойти с другого края, можно как-нибудь? Ну, твари. Может, у меня хоть гранатка какая-нибудь есть? Ой, нет. А вот смотрите, вот здесь вот вроде бы как-то что-то вроде как есть проход. Или мне это кажется? Так, надо сразу отметить.
Если вы кажется, так все противники поблизости будут подняты по тревоге, понятно. Ну, что еще ожидать-то? Ой, а я его даже не видел, если бы не отметка бы. Так. Посмотрите, все-таки можно. Все-таки можно. Так. Блин. Давай перезарядись сразу. Можно не убивать, значит. Вот так, значит, можно прократься. Диверсант все-таки. Я так и думал, что везде можно без убийств обходиться. Либо с малой кровью. Потому что куда уж один-то против всех воевать-то? Лоб в лоб, что? Так, тут сохранение-то есть вообще? Настройки, игровой процесс видео, привязка клавиш. Солдат, так, стрелок, наблюдатель. Наблюдатель не то. Вот общее. Чат, 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 чат. Но он сам должен, по идее, так-то. Игровой процесс. Ну, не вижу, чтобы тут что-то было. Нет, видимо. Не понял. Тихо. О, пулемет. Так. Вот так вот. Да что ее мать, там мне что, здесь сейчас жить, что ли? А, вот, прожектор. Где ты, падла? Мне надо тебя до конца уж добить. Вот так. Вот так. А те не идут. А как отключить эту сирену-то? Стой, 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 где-то есть. Вась, Вась. Вот смотрите, еще есть обход, что ли, какой-то. Ну да. Вот так. Блин. Ну сейчас надо наверх посмотреть хотя бы. Что там есть? Вау, винтовочка. Только она без глушителя. Я даже не знаю, нужна она мне сейчас или нет. Ну давайте поменяем. Вот так. Блин.
Так, давайте так. Сначала... Как тут? Выжил. Фу. Давайте вот так я буду собирать. Тут фонарь у меня вообще есть, фонарик? Какие лыжи? Так, фонарик. Контроль, настройки. Вроде все светло должно быть. Водитель, техник, так, солдат. Общее нет, солдат. Включить видимость, полная карта, общий счет, цель, огонь, масштаб, сменить оружие, основное оружие. Включить устройство, устройство, так, выбрать устройство 1, 2, 3, 4, использовать бинты. Бросить приманку С. Так, ближний, штыковая, бросить гранату. Что-то нету фонаря тут. Так. Ну, темно. Ну, по игре тоже, конечно, должно быть, наверное, темно. Кто будет пользоваться фонарем в тылу-то врага? Так, где сирена-то была? Вот сейчас сломаем, на всякий случай. Когда всех перебили, правда, ну ничего. Лучше поздно, чем никогда. Так, здесь у нас что? Так, ага, это заманивать. Вот так вот заманили сюда, он пришел, а мы его... Ха! Так, что это такое? Пулемет. Нет, мне пока надо пистолет. С глушителем. Потому что не знаю, к чему готовиться. Так, пока у меня есть патроны, буду с винтовкой охотиться. Тут, блин, до хрена так-то возможности. Вот. У меня уже есть винтовка. Так, кто у нас еще там? Ну, пойдем. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, патронов-то мало. Ну ладно, будем менять оружие. Так, у меня что с этими? А, тут сохранялки-то нету. Точно. После халвы-то непривычно что-то. Я уже даже не знаю, что тут ожидать. Должен быть кто-то. Дрова запасены, он табаком пахнет. Так что они здесь. О. Вон, видите? Ой. Петушар. Ну их. Тихо, 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 ты ржете. Вот здесь вот еще один был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выманивать по одному, да, отстреливать.
Ну так-то многоватенько их, смотрите. Блин, поверху можно было. Ладно. Отходим. Одного-то минусанули. Сейчас они там пока полазят, пойму, что меня нету. Потом успокоятся. На, ножом тебе. Вот, понял. Чё ты пришел вообще? Откуда ты взялся? Падла. Ладно. Теперь мы знаем, что винтовка нам здесь не нужна. Берем пулемет. Так, сигнал тревоги включает в вашей позиции ближайшую группу врагов. Так. А я-то где нахожусь? Ой-ой-ой. На. Я вообще не понял, у меня что, ни гранат нету, что ли? А, так вон они еще что. Понятно. Символы норвежского сопротивления была обычная скрепка. Так. Надо вот обменять ее. Блин, блинский. Блин, блинский. Мне не надо их. Блин, там винтовка. Так. А ты беги, беги. Тебе полезно бегать. Что у нас здесь? О. У меня уже есть один, если я не ошибаюсь. Тихо. Где ты? На. Давай, давай, давай. Вот так. Где ты? Вот все. Так, давайте пулемет искать. Я где-то его видел.
вот он. Все. Теперь хоть на равных будем. Так, у нас здесь что? Я уж не помню. Ничего не было, да? Так. Здесь у нас ничего такого. Так, у меня что есть-то из оружия? Пистолет и пулемет. Автомат даже. Так-то я устану проходить. Ну ничего страшного, мы не сдаемся. Так, откуда? Вот отсюда можно было смотреть, я точно помню. Я еще говорил, как-то обходить можно это дело. Вернитесь в зону. Вот я в зоне. Тихо. Так. Где-то еще один должен быть. Вот он, еще один козел с фонарем. Вот он. Итак, теперь, когда мы все знакомы. Блин, а как мне их убить-то всех? Четверо. Фактор неожиданности нет. Я как понимаю, у меня нету гранат, у меня есть какие-то метательные ножи. Если я сейчас спущусь... А, вот так вот будем. Вот так. Ну-ка, ну-ка. Тихо, что я? Нейкай мне тут. Вот и все. Одного ликвидировали. Второго ликвидировали. Вот. Уже хорошо. Господи, таких больше было, значит. Ты откуда меня видишь? Ага, ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Так.
Я правильно пока иду. Блинские. Так, надо через дома идти. А кто в той дымочке живет? Ничего тут нет? Ничего. Скучно живете, товарищи. Хотя какие вы мне товарищи? Вот так, перезарядим. Ой-ой-ой. Видели, да? Целая толпа стоит. Делегация. Что есть? Блин. Так, ну давай. Зайдем, посмотрим. Здесь никого нету. Вау. Вот он. Или что, у меня то же самое. Так, что там? Блин, ну-ка, как в управлении-то? Так. Основное, вспомогательное, выбор устройства, выбор устройства. 3 и 4. Нет у меня выбора устройства. А, вот за место, да, ножи у меня метательные. Так что вон, показаны они даже. Ой-ой-ой, диверсия. На. И труп-то никуда не деть, да? Не надо его забирать. Так, а куда нам? В домик? Или сюда, в домик? Так, я не понял, почему у меня так... Так, управление, аудио, видео. Вот хоть что-то стал видеть. А это темно, как у негров в жопе. Осторожней. Что здесь у нас? Блин. А вот посюда нам и надо идти. Вот он. Можно, конечно, и по мосту. Ну там луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Вон он. Сейчас луч уйдет. Давай, 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 давай. Вот так вот. Без шума, без пыли. Куда мне? Блин, вот сюда по краешку идти. Санки стоят. Дровишки возят. Откуда дровишки? Из леса везти его. У немцев спизжены. Кто в теремочке живет? Вау, это что? Это что за ружье-то такое, блин? Это дробовик какой-то. Нет, нам такое не дать.
Ну, вот сейчас пока идем, 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 идем. Вон осталось до того здания дойти -то только нам. Так. Кто есть? Перебегаем. Наверх, 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 наверх. Притворяемся ветошью и не отсвечиваем. Ну-ка, не хыркай мне тут. Страшно. Так, это на лыжи, что ли, вставать? Так, вот меняем. Так, у меня какой такой? Так, 20 на 120. Этот. Ну, пулемет на пулемет. 20, 25 на 75. Ну-ка, давай-ка там у меня патронов вроде побольше было. Вот так. Это мы тоже возьмем. Нам все сгодится. Это что? Ну, блин. Это вот этот кряхтит. Да-да-да, что-то вас много здесь. Этот с фонариком еще. Холодно, мерзните, суки. Блин, как вам проникнуть туда? Ой, у них еще пулемет. Ага, хорошо, что я в лоб не вышел. Тут небольшой замок, понятно. Спокойно. Вот дебил, вот зачем ты ко мне идешь сюда? Так, уходи. Вот так. Все? Все получилось у меня? Ну, надеюсь. Так, мне надо в обход идти. Ё-моё. Долго, долгая миссия. И цели-то как таковой еще даже не вижу. Узнать-то знаю. Видеть не вижу. Так, оружие есть, хорошо. Так, о. Я думал, здесь совсем тихо. Ну, я сомневаюсь, что он здесь один. Напарник-то, наверное, есть где-нибудь. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Смешно. Так, как мне от вас свалить-то? Чтобы вас не трогать, а уйти. Нахер вы мне нужны. Блин, там этот Шмаусер. Да, блин. Все-таки через этих двух что ли идти?
Давай, вы же откуда-то пришли. Вот. Молодцы, расходитесь. Расходится, ага. А, нет, смотри-ка, разошлись. Тихо. Хотел по-тихому. Блин, блинский. Где еще один? Он, я знаю, был. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Че, это зависло, что ли? Да беги ты, твою ж мать, Калич. Давай. Вот так. Ну, пожалуйста, отколупнитесь вы от меня. Так, это я посюда мог, кстати, зайти. Вы все еще меня ищете? Можете меня не искать, пожалуйста, не ищите меня. Оно вам надо? Патроны, патроны, патроны восполнил. Вот и все. Сейчас это тоже погасим сразу. Ну, вроде пока все хорошо. Претензий ни у кого пока нету. Так, туда. Идем туда. Ну, мне кажется, я правильно должен идти. Так. Поверху. Куда-то вниз. Ну, где вы? Кто тут остался? Ой-ой-ой. Подвальное помещение.
Блин, да хрен найдешь. Че, не это помещение? Не то здание. Ну что ты будешь делать? Промахнулся зданием. Ну еще и этаж-то ни хрена не первый. Что-то здесь, опа, насторожились. Правильно, пусть туда смотрят. Ну-ка, тут есть вторая дверь-то? Как-нибудь вторым выходом можно выйти? Эй. Во. Давайте, а я пока посюда пойду. А вы пока там смотрите меня, чтоб я там не прошел. Это, ух, шпион ус какой. Ходит там как у себя дома. Кто хрустит? Ну-ка, ну-ка. Мне без вас тут страшно. Путь правильный. Куда тут его могли? Вниз, наверное, утащить только. Так, оружие. Ну, значит, наверх. Осторожней. Это не халва или халва? Хрен там. Есть, значит, вариант, что еще выше. Так, ну-ка поменять настройки. Не получается. Блин. Что-то надо было вниз, что ли. В подвалах в основном держат-то. А то у меня расстояние что-то увеличилось. Так. На. Вот так. Все ходит здесь. Блин. Это по фильму так. Да отдай ты этому. Кто там у тебя? Ему вот и отдай. Кто, сын что ли? Или кто? Или дочь? Дочь. Да я баба еще играл. О, понятно теперь, почему такой шустрый был. Идем домой. Сальвейк. Сальвейк. Мы не можем идти домой. Немцы готовят что-то ужасное. Мы должны выяснить, что именно. Ты и я. Мы должны остановить их. Хорошо.
Так. Блин. Ты в порядке? Тебя не били? Нет, Вербер не посмел. Для него слишком важна. Защитите Астрид. Ну так дайте мне оружие-то мое. Чё ты там смотришь? Ё-моё. Как я тебя буду защищать, если она даже не реагирует? Не отставай. Она даже не бежит, ты представляешь? Вот так будем защищать тебя. Давай, я слежу. Шимбаль. Погоди, я пока не закончил. За каким входом-то следить? Вот так. Где следующий? Так, как я хорошо положил всех в рядок. Вот еще пулемет. Тебе хватит или что? Ой, такое чувство, что танк едет. Пулемет возьми. Тут вот гранаты бы были бы. Вот я их не вижу. Такие перестрелки с пулеметов. Никто ничего не почесался даже. Что за люди? Беспечность одна. Разыгрываться среди них только. Давай. Давай, мать. Где? Да, они наверху, наверное, будут. Не теряй времени. Уничтожь электрические подстанции. Твою ж мать, а где они? А, так мы... Они сами же тогда уничтожали. Стреляли-то по ним. Да, взрыв. Так. Мне очень нужна вот эта сумочка. Спасибо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот наверх можно залезть. Давай, я только отсюда пришел. Кто? Откуда посмел? Да за что? Да. Все.
Пол дела сделано. А здесь люди еще оставались, я помню. Но сейчас их нет. Дробовик с глушителем. Отключим. Нам это ни к чему. Господи, ее обходить долго. Эту подстанцию. Так, там людей-то я вроде вышибал. Господи, их что, жизнь ничему не учит, что ли? Уже досмеялись некоторые. Ну давай, уйди. Ходишь, принюхиваешься. Да. Вывел из строя. Обе. Еще больше скажу, я еще смотался. Все. Встреча на мосту. А где мост? На каком мосту-то? Я тут столько мостов перешел. А хотя мостов-то ни одного. Бревно перешел. А, есть один мост в самом начале, который был. Так. Блин, мне там никак. А как здесь надо проходить? Сюда. Вот так, давай, 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 беги, беги, девочка, беги. Давай, еще кто там остался? Кто меня еще там не любит? Хорошего такого. Хотел по-тихому, блин. Получилось, как всегда. Сейчас только... Так, мост? Блин, не тот мост. Мост, да не тот. Вон тот мост, Даша. Так, надо с дороги-то уйти.
осмотреться. Любите все так просто, ага, чтоб у вас было. Так. Ну вот. Прячь меня, маманя! Прячь! Грузовики. Пока они не пересекли мост. Блин. Нас спалили. Ну. Ихрайст. Достаточно. Хватит уже смертей. Пора открыть глаза и увидеть, что здесь творится. Вам не стоит в этом участвовать. Прошу, хватит. Опустите оружие. Ну, опустили. Что-то произойдет. А командос? Сейчас когда с моста скинет? Это моя дочь. О, господи. Надеюсь, это не отец. Грузовики. Но я говорю, с моста скинет, наверное. Ни одной капли. Ты поняла? Да. Я люблю тебя. А если бы она померла, шею свернула бы. Как бы тогда разговаривали? Так, что у нас? Должен солдат. Ну, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока!